В рамках одного из заседаний клуба деловых людей у нас запланирована двухсторонняя молдо-турецкая встреча. И сегодня у нас в гостях большая делегация предпринимателей из города Анкары, столицы Турции, с которым мы говорим: добро пожаловать в Бельск. Değerli dostlarımız, bugün bizim burada kendi yaptığımız bir menajer club, bizim iş adamları değerlendirmesi, bir tane oturması, duruşması ve bizim bu toplantımızda bizim misafirlerimiz Ankara'dan, sanayiciler. А сейчас я хочу сказать, что эта встреча стала возможным благодаря вот нашим, нашей дружбе, скажем так, с Сергеем, которая уже насчитывает примерно 15 лет. Мы давно поддерживаем связи, Сергей много делает для того, чтобы турецкий бизнес приходил в Молдову. Он бассетти, bizim 15 yıldan fazla bir dostluğumuzdan, yani Türkiye arasında, Moldova arasındaki iş adamların geliştirmesinden projelerinden ve bu bizim bilgilerimiz çerçevesinde buradaki bu heyeti bir organizasyondan hazırladık ve şu anda sizinle bu toplantıda bulunuyoruz. Почему Бельцы? Потому что Бельцы уже примерно 12 лет город побратим с городом Измира. Türkiye'nin bizim sıcak ilişkilerimiz var. İzmir, Türkiye'nin ikinci şehri. И наши двухсторонние отношения, наши связи экономические, они развиваются уже на протяжении где-то 10 лет. Я имел честь участвовать при подписании договора о побратимстве с миром. Регионального агентства развития Норд, господин Бодрук, который будет говорить сейчас перед вами несколько минут. Принимает участие во встрече председатель патроната малого и среднего бизнеса из уезда Яс, Румыния, господин Кицеларов. Sayın Bayci Tevago, burada bizim komşular Romanya ve Yassa sınırda bulunan bir şekilde oradaki iş adamları küçük ve orta. Руководитель проекта МОСЕФ, проекта Европейского банка реконструкции развития господин Александр Чубаров. Из Анкары, председатель Союза промышленников предпринимателей господин Эркан Табак. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Уважаемые дамы и господа. Basının değerli mensupları, Bozanın Kristiyetleri Seves Masum Informasyon. Ben sizlere dostlarım diye hitap etmek istiyorum. Хочу обратиться к вам как друзья. Moldova ile ilgili buraya gelmeden önce birçok şey duymuştum. Многие из нас приехали сюда первый раз, только два человека были ранее. Fakat bugüne kadar nasip olmamıştı buraya gelip görmek ve ticari anlamda bir ilişki kurmak. Мы слышали только информацию со сторон, с разных сторон, и не было каких-то прямых здесь контактов, чтобы получить информацию с первых рук. Biz biraz bölgemizden bahsetmek istiyorum. Я хочу вам рассказать про ту промышленную зону, район, который мы здесь представляем. Kazan, Ankara'nın sanayi havzası olma yolunda çok büyük bir aşama kaydetti. Kazan, это районный центр, который прилегает сразу к столице Анкара. Она будет Молдова. Bildiğiniz gibi dünya artık çok ufaldı. Как вы знаете, в глобальном масштабе взаимоотношения стали очень быстрыми, оперативными, мобильными. Sanayicilerimizin en az %40'ının yurt dışında iş yerleri ve fabrikaları mevcut. Buradaki iki gündür bizimle aldığımız Moldova hakkında aldığımız bilgilerden ve sizin teveccühlerinize gösterdiğiniz ilgiyle bizim burada da iş yapacağımız ve yüksek miktarda iş yapacağımıza olan inancımız son derece arttı. Мы находимся уже на территории Молдовы, вчера у нас был первый день
официальных визитов всех и деловых форум. Мы сегодня во второй день находимся здесь у вас. И думаем, что и по завершению нашей бельской программы мы сможем увести для себя максимальную информацию, которая дальше будет для нас полезной. И в зале в составе нашей делегации это все руководители производственных предприятий. Здесь сектора представленные под промышленников и предпринимателей. Я сейчас вам назову тех, кто к нам приехал, чтобы в дальнейшем у них перед каждым стоят таблички, чтобы вы видели, в лицо человека, с кем вам будет интересно далее побеседовать. Значит, в качестве анонса, то, что мне сказал председатель и господин Иван, мы, компания «Нартур», занимаемся расширением, углублением связи между Турцией и странами Черноморского бассейна. У нас контракт подписан с данным союзом, и мы проводим 3 визита в Россию, Украину и Молдову. В России мы уже были, сейчас мы в Молдове, и в октябре будет на Украину. Поэтому все возможности предоставляются, и мы предоставляем возможность им самим напрямую пообщаться с вами, чтобы вы убедили их, что вы в этом деле специалисты, вы в этом деле опытные, и доказали нашим коллегам из Турции, что в Молдове можно и нужно работать. Производство промышленной услуги, проверять их на предмет соблюдения законодательства о труде, охрана труда и обеспечение все, что связано по системам безопасности на производстве или каком-то промышленном предприятии, они имеют право приходить, делать свое заключение, свои рекомендации. Bahsettiği gibi az önce Sayın Başkanım dediği gibi Moldova sadece kendi bütçesinde çalışıyor. Moldova Avrupa Birliği'ne bir üye olduğu için, Avrupa Birliği'ne yakın olduğu için belli bir kendiler hibe kredili ve destekli olan bazı çalışmalar yapıyor Avrupa Bankası'ndan. Bunların bir tanesinin de projesi bir Orjinalist kolegi dobry din. Değerli arkadaşlar iyi günler herkese diliyorum. От имени программы МОСЭ программы финансирования энергоэффективных энергосберегающих и возобновляемых технологий на территории Республики Молдова, хотя бы поприветствовать турецкую делегацию на молдавской земле и поблагодарить всех участников, членов клуба ТИМ и не только, всех приглашенных за проявленный интерес к данному сегодняшнему событию. И отдельная благодарность господину Банай, который в очередной раз собирает нас всех здесь вместе и является той двигающей силой, которая пытается многое изменить не только в Северном регионе. А после того, как была представлена информация, что уважаемые коллеги едут на юг, можем говорить, что масштабы и возможности господина Банаева создают. Александр Васильевич. В феврале 2010 года открыл программу МОСЭ, программу финансирования энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Европа банкисы Молдова.